Вот и погуляли после сна, проснулись, а у нас тут ливень. Как всегда, засыпали, солнышко было более-менее. А проснулись, вон туча какая, и ливень льет. Даже видать. Тут видать, какой у нас большой ливень. Ой. Папа сейчас, наш раньше освободится, приедет, потому что он на крыше работает. И в такой ливень куда работать? Освободятся, приедет. Да, вот такой у нас ливень. Проснулись мы. А мы дописываем с Лили последний месяц, что мы читали уже. Мы тогда на днях написали, а сейчас дописываем, что мы читали летом. Ну что, приехал муж весь второй, лила как из бедра, надо было ехать домой, конечно, бежать на остановку, он пока чуть-чуть пробежал, наверное, минуты две, не знаю. Так что вот сейчас ванной моется, вот. А мы смотрим цветные машинки, и это, до этого буковки, проснулись, учились, лили дописывали, что читаем. Дождь закончился, но лила полчаса как из бедра. Я говорю, за минуту он насквозь промок. Куртка такая, ну как бы не трубка, но такая тоненькая, синяя. Футболка насквозь. Хорошо, телефон немножко в кармане, как бы там в чехле, чехол намок, а телефон нет. Вот, такие дела. Надеюсь, завтра будет погода хорошая, завтра воскресенье. Я же говорила, что мы собираемся там на Южный рынок. В этот самый ТЦ Южный на 4 этаж на живую музыку. Так что надеюсь, что погода будет хорошая. Просто сегодня в 5 часов дождик, не дай бог, завтра будет в это же время то же самое. Это, конечно, будет неудобство нам. Сколько мы будем стоять? Там полчаса будет дождик лить, мы будем там стоять или час. Так что так сейчас. Пойдем в магазинчик, купить огурчиков, помидорчиков, хочется салатика. Тут мы капустный салатик делали с капустки. Сейчас сделаю с огурчиков, с помидорчиком салатик. Ну вот, надо еще колбаски купить. И яичек закончились. Молока, хлебушка, так, по мелочи. Делаем салатик, покушаем. Там наши макарошки по-флотски, картошечки пожарим салатиком. Ну и... И дома. Гуляли, такая погода. Дома. Вечер. Игры, книжки. Лиля, как всегда, телефончик, гаджет. Мы машинки играем, в кубики, все остальное вечером. С папой, со мной, но в основном с папой вечером. Как-то так. Так провели мы день. Просто и тихо.